Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И сейчас, ребята, мы будем продолжать ловить покемонов, которых у нас нету. Сейчас давайте еще вот этого убьем. Босса. О, еще один минус заспанился, офигеть. Граудон, ну что ты там, не надумал еще никак? Так. У, 4 алмаза, нифига себе, и Литвик уже эволюционирует. Давай. Давай. Ребят, словил я, нашел я, в принципе, мистер Майма и сила. Поэтому нам на 2 покемона меньше, можно сказать. Литвик сейчас тоже эволюционирует, так что его как бы мы уже прокачали, да? И, в принципе, будем, сейчас мы пойдем, возьмем каких-то других покемонов с этого. Пойдем и возьмем других покемонов, которых нам нужно прокачать. И давайте сюда введем Чикорита. Да, что-то его тоже как-то не очень так просто найти. Фиг его знает. Давайте пойдем домой. И пойдемте. Вот что можно сделать. Что можно это продать еще вот эти алмазики. Так, сюда мы еще вот так продадим. И тут у нас вот это. Отлично. У нас есть 8 алмазов, ребята. Это, в принципе, нормально. 8 покеболов, чтобы просто не начинать их делать, а чтобы можно было купить. Давайте возьмем еще один мастербол и возьмем 3 левелбола. Ну, так как Мьюту у нас, можно сказать, здоровяк, да? И я думаю, ну, в принципе, посмотрим, словится ли кто-то или нет. Так, сейчас давайте вот так сделаем. Сколько уже ученицы вот? 102, офигеть, ты что-то медленно качаешься. Так, давайте Литвика сюда. У нас есть 3 Иви. А сколько нам не хватает? Нам 3 Иви не хватает. Вапорион, Желтеон, Лифион. У нас есть сколько Иви есть? У нас есть вот этот. Это Иви. Больше вот это Иви. И вот это Иви. Еще, по идее, еще где-то одна должна быть. Дневная. Или точнее, не дневная, а ночная. Амбрион. Вот она. Так. Сейчас кого бы прокачать? Давайте силу прокачаем. Его там недолго прокачивать. Так, что там у нас уже? Сейчас ночь будет, давайте вот Генгара поставим и возьмем на прокачку, допустим, в принципе, возьмем на прокачку, а прокачивать толком и некого. Так, вот так. Сейчас, ребята, ты куда побежал? Так, нам бы еще... Кого нам нужно словить? Зоруа нам нужно словить, то есть Зоруарка или как он там называется. Кофинга нам нужно словить. Сейчас еще посмотрю, кого там нужно. Фарфетч-то и Гримера. Ну, Фарфетч-то он всегда в лесу. Давайте идем, наверное, поспим. Фарфетч-то... О, нет, не будем идти спать. Так как ночью пойдем мы в горы. Чикорита, Мунчлакс. Капут нам еще словить нужно, ребята. Давайте мы полетим. Где у нас горы есть? Горы. Сейчас, давайте посмотрим. Ну, в принципе, да, вот там у нас есть, поэтому полетим мы куда-то вот туда. О, Чикориту бы. Фарфетч-то тоже, в принципе, нужен. Такие покемоны, которые, можно сказать, простенькие, да? Но хрен они спанятся. Ну чё? Так, у нас, да, прописано. Я надеюсь, она как-то вот так пишется. Нет, не так она пишется. Ч
Чикорита. Так. Ага. Так, и полетели, полетели. А, ну давай, 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 Чикорита. О, босс, 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 босс. Ну, в принципе, если с босса выпадет хотя бы, можно сказать, штучки, на которые можно будет продать за пару алмазов, то это уже прикольно, так как, в принципе, это уже отлично. Колдун, колдун. Вот. В принципе, это уже отлично, так как можно будет купить еще пару покеболов. Так. И... Ну, три алмаза и один покебол. Так, 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 так. Ну давайте, ну спамьтесь уже кто-то. Сегодня же у нас суббота, да? И, ну, я, в принципе, не знаю, когда это видео может выйти. Ну, когда оно выйдет. О, там еще босс. Но, по идее, в воскресенье у нас уже выйдет новая версия. Новая версия Пиксельмона, но... Я говорю, ребят, я просто не знаю, какая там разница времени у нас и в Америке, или где они там. Поэтому я не знаю, ребят. О, мунчлак, манчлакс. О, этого покемона у нас тоже нету. Давайте левелбол попробуем, если не словится, то... Давай. Отлично. Выкинула, ребята, с игры. Опять ошибка какая-то или еще что-то. Но, в принципе, словили мы Манчлакса. И на двух покемонов, можно сказать, мы уже больше словили. И сейчас Лунатон. Вроде он как-то вот так пишется. И нам нужно сейчас его найти, ребята. Давайте полетим. Может, где-то он да и заспавнится. Он вроде вот тут спавнится, то есть... то есть в горах, как я знаю. О. Вот он. Где-то вот... Где? Чё, в земле, что ли? А вот этот где? Вот. Отлично, сам напал. Так. Ребят, нам осталось ловить так... Фиг его знает, нормально так, еще покемонов. Я, наверное, потом сам буду иногда ловить. Ну, без съемки, так как... Если мы все на съемку будем словить, то это уже слишком долго будет. Если сейчас мы вот этого словим... Но то, что с фосилом, ребят, я не знаю, что делать. Может, в принципе, его и найдем, а может, в принципе, я его просто возьму, потому что, действительно, времени сейчас не очень так много есть, чтобы ловить вот этих всех покемонов. Так, давайте полетим куда-то в равнину. Вот этот покемон вроде вот там спавнится, который нам нужен сейчас. Равнина у нас, да, где-то вот туда. Или сначала Чикорита. Может, сейчас как раз тут заспанится. А как Farfetch пишется? Farfetch. Ты чудо. Сейчас, давайте проверим. А, хотя... А, тогда чё ты... Потом, может, я его славлю? Нету тут ее. Ну, давайте полетим тогда вот сюда. Куда сейчас? Вот тут еще есть такое лес. Нет, тут ее тоже нету. А она вообще ночью спавнится, вот Азорюя. Так. Сейчас поищем, ребята.
Вдруг... Вот. Где-то она вот тут, ребята. Отлично. Так, иди-ка ты сюда, седьмой уровень. Так, давайте ее попробуем вот обычным словить. Так как, в принципе, других покеболов у нас уже и нету. Нет, не словилась. Ну ладно, давай тогда ты. Нам приблизительно осталось 15 покемонов. Я сейчас посчитаю. Ну давай, давай. Отлично, словили мы ее. Ну давайте посчитаем, ребята. Сейчас. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 покемонов нам осталось. Но тут есть 3 Иви, то есть 3 Иви у нас уже есть. Нам нужно их только прокачать. Поэтому уже можно считать не 16, а 13. Тут у нас есть Гроудон, Забдус. Но как бы Забдус мы уже можем иметь, только нам осталось прокачать Орб. Это уже 12 покемонов. Гроудон, но Гроудон это как бы... Его не искать, он сам бы как бы заспавнится, да? То есть это уже 11 покемонов. Порygon'а нельзя заспавнить, мы его потом заспавним. То есть это уже считается 10 покемонов. Давайте сейчас Farfetch. Дальше. Кого там еще нельзя? Фоссил покемона это нужно искать, поэтому я не знаю, буду я ли его искать, или просто-напросто я его возьму себе, потому что тоже времени как-то очень много нету это все искать, поэтому можно сказать 9, там 8 покемонов. Ну посмотрим, нужно сейчас Exeggutor найти. Exeggutor. Так, Exeggutor. Вот кого нам нужно найти, точно. Он как раз спавнится вот где-то тут в джунглях, да? Поэтому давайте сейчас, может, поищем, вдруг заспавнится. И Коффинга нам нужно. Но Коффинга я, ребят, не в курсе. Может, он ночью спавнится. А может, днем. Просто я его раз видел, не успел к нему подойти, он уже пропал. Поэтому, ребята, фиг его знает. Там Басяра. В воде, не в воде, фиг его знает, где она. Он, точнее. Вот. Так. Колдин. И давай. Так, отлично. Три алмазика выпало. Вот так. Так, давайте мы полетим дальше. Ну чё, Exeggutor, не хочешь ты спавниться? Походу нет, не хочет, ребята. Ну давайте ещё, может, немного поищем. И я вообще правильно писал? Да вроде не знаю. Да ч... Ладно. Так, там у нас еще босс. Вот. Так. Охренеть! И чё, сейчас уже никак мы его не убьем. Их ты ж зараз. Да. Убежать не получится. Отлично. Так. Охренеть, у него урон. Так, Венонат нам не нужен. Тут никого. Тут тоже.
Экзекьют. Экзекьют. Да. Ну спамься ты уже. Может. Так, там босс. Ну давайте пойдем, если он не в земле. А он в земле, поэтому не идем. Так, ну тут никого нету чё-то. Ну как бы нет, не спавнится вот тот покемон. О, как раз тут. Как раз тут есть. Вот. Ну чё тут, может кто-то будет, нет? А ну давай, давайте попробуем ночью. Таймсет, сколько там? Вот, давайте попробуем. Вдруг... Вдруг кофинг в гример спавнится только ночью. Походу нет, или просто-напросто тут уже были заспавненные покемоны. Но то, что я их днем вообще нигде не видел. Ни в каком болоте, хотя они тут спавнятся. Поэтому... Фиг его знает. Так. Нет, уже подумал кофинг. И бам-бам. Ну чё вы? Не хотите спаниться? Ладно. О, там босс. Нет. Так, ну давайте еще вот сюда пойдем. Кто тут у нас есть? Кто тут у нас есть? Ну давайте, надумайте что-то. Кто-то заспанится. Кто это? Нет. Нет. Так. Нет. Во. Наконец-то кофинги. Ладно, Дик, давайте кофинг. В мастербол пойдем. Мы еще себе, наверное, один можем купить или два уже даже. То, что еще, если бы гримера нашли, вообще бы отлично было. И Дитто нам нужно. И его или искать, или сделать, как бы с машины, да. Но это фиг его знает, ребят, это потом посмотрим. Так, ну чё ты, гример. Давай, может, ты тоже заспавнишься? Не хочешь? Но он вроде тут спавнится. О, Маткип, привет! Как дела, Маткип? Вот сейчас ты нам очень нужен. А когда мы тебя искали, не знаю сколько. О, отлично, гример. Так, ну все, в принципе, в болоте мы уже всех словили, можно сказать. Сейчас нам экзекьюта осталось словить Дитто. Ну вот тут есть, ребята, такие покемоны, которые напросто... Фиг его знаю, где они находятся, поэтому, ребят, я вообще не знаю, буду ли я на них охотиться. Вот, давайте сейчас попробуем их за... О, давайте заспавним того покемона, которого нету в игре. Ну, как бы есть, но он не спавнится, да? Покеспаун Поригон. Так. Ну все. И давайте, в принципе, ребят, на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, 100 лайков, выйдет новая серия. И нам нужно успеть словить всех покемонов до выхода новой серии. Новой версии. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.